Ciao a tutti! Sono lieta di essere di nuovo con voi e oggi vorrei raccontarvi di viaggiare in Italia. Questo è il mio paese preferito. Bene, ora in russo. Всем привет! Я решила сделать такое итальянское вступление не случайно. Просто не с кем поговорить по-итальянски. Ну, это, конечно, шутка. А если серьезно, то я хочу рассказать вам о путешествиях в Италию. Точнее, об организованных экскурсионных турах. Если вы захотите выбрать такой тур, то столкнетесь с очень большим ассортиментом программ. Чем они отличаются друг от друга? Какая программа подходит именно вам? Какой тур подходит именно вам? Эти задачи, как правило, решают турагенты. Но задач действительно много. Я раскрою вам только несколько секретов успешного выбора, а основную работу оставлю нашим менеджерам. Итак, давайте сначала вспомним основное про Италию, то, что нам потом пригодится. То есть дадим такую краткую справку. Италия – страна в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Омывается 5 морями, собственно, Средиземным на самом юге и его внутренними морями. На юго-востоке – Ионическим, на востоке – Адриатическим, на северо-западе – Лигурийским и на западе – Тиренским. Италия занимает Апеннинский полуостров, частично Балканский, Патанскую равнину, южные склоны Альп, острова Сицилия, Сардиния, Эльба и еще ряд мелких островов. Сухопутные границы имеет только на севере, в основном по линии Альп – Франция, Швейцария, Австрия, Словения. Попробуйте представить себе размеры страны. От северных границ до подошвы, вот если просто напрямую, это около 1000 километров. А если точнее, от Курмайора, приграничной области Вали-д'Аосты на северо-западе, до Реджо-Калабрии, столицы южной области Калабрия, которая прямо на носке сапога расположена, 1460 километров. Это примерно как между Москвой и Анапой или Омском и Красноярском. Ширина полуострова в центральной части около 260 километров. Это дорога между Чивитавеккьо на западном побережье и Чивитаново-Марке на восточном. Ну, о расстояниях еще поговорим позже. Итак, что нужно знать об экскурсионных турах в Италию? Для начала две фишки, изюминки, уникальности Италии. Первое, на территории Италии находятся два государства, Ватикан и Сан-Марино, так сказать, три в одном. Такого вы больше нигде не встретите. Второе, на территории Италии более 53 памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, и это больше, чем в каком-либо другом, в какой-либо другой стране мира. Теперь еще одна особенность. 15 итальянских аэропортов в летний сезон и чуть меньше в зимний связаны прямыми рейсами с Москвой и некоторые с другими городами России. Охватываются практически все регионы. В экскурсионных маршрутах задействованы в основном материковые аэропорты плюс катание на Сицилии. Вернусь к карте объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Наличие такого огромного количества достопримечательностей объясняет также то, что и в программу по Италии включены большое количество городов и туристических объектов. Наверное, вы будете удивлены, когда узнаете, что в общем туры включают посещение около 145 городов и городков и почти 50 природных, географических и исторических объектов – островов, побережья, вулканов, гор, озер, замков, храмов и так далее. Почти 200 объектов. Согласитесь, это невозможно посмотреть ни за один, ни даже за два раза. Что с этим разнообразием делать? Все просто. В Италии есть знаменитые города искусств, которыми традиционно считается всего три главных города – Рим, Флоренция, Венеция. Хотя, конечно, в Италии городами искусств можно назвать несколько десятков городов, которые имеют красивые исторические центры, богатые музеи, художественные галереи. Некоторые города можно считать музеями под открытым небом. Рим, Флоренция, Венеция, или в обратном порядке, это настоящая итальянская классика, вернее, основа для классического экскурсионного тура. Какое бы название ему ни придумали туроператоры. В каждом из городов проводится минимум одна обзорная экскурсия. Как известно, на территории Рима находится город-государство Ватикан, и, конечно, четвертая классическая экскурсия, как правило, посещение Ватикана и собора Святого Петра. Поэтому базовый классический набор экскурсионного тура в Италию – Рим, Ватикан, Флоренция, Венеция.
Традиционно продолжительность экскурсионных туров в Италию 8 дней или 1 неделя. Но на этом классика не заканчивается. Достаточно много туров включают в маршрут еще несколько городов. Либо для простого посещения, либо для экскурсии с гидом, которая уже входит в стоимость тура. Из Рима всегда предлагается или уже входит в стоимость некоторых туров экскурсия в Неаполь и Помпеи. Это около 230 километров или 2,5 часов. Обычно это однодневная экскурсия из Рима с возвратом в Рим. Классический маршрут также расширяется за счет двух тосканских городов. Между Римом и Флоренцией около 260 километров, но большинство классических туров немного сворачивает в сторону и удлиняет расстояние, но зато включает посещение Сиены. Здесь можно погулять самостоятельно или купить экскурсию с гидом. Рим-Сиена около 220 километров, Сиена-Флоренция 85 километров. Из Флоренции предлагается дополнительная экскурсия в Пизу. Часто расширение классического маршрута происходит за счет еще одного города и государства одновременно – Сан-Марино. Но Сан-Марино – интересная ситуация получается. Очень часто город включают в маршрут с оговорками, если не будет изменений в полете. Например, если не опоздает рейс, то тогда в Сан-Марино заедем. Если нет, если опоздает, то Сан-Марино не будет. Или на обратном пути запланированное посещение Сан-Марино не отменится в связи с переносом времени вылета рейсов на более ранний. Это и есть расширенный классический маршрут. Теперь есть смысл сказать, что по определенным признакам туры можно разделить на разные типы. В зависимости от перемещения по пути следования на маршруте различаются линейные, кольцевые, радиальные и комбинированные типы маршрутов. Линейный маршрут. Вы стартуете с группой в одном пункте, а заканчиваете путь следования в другом географическом пункте. Если это авиатур, то вы прилетаете в один аэропорт, а улетаете из другого. Разберем на примере с классическим маршрутом. Вот так выглядит классический линейный маршрут с юга на север на регулярных рейсах. Вы прилетаете в Рим. В Риме получаете две экскурсии – Рим и Ватикан. У вас есть возможность посетить за дополнительную плату Неаполь и Помпеи. Это 230 километров. Затем вы, переезжая во Флоренцию, вы по пути заезжаете в Сиену, это 220 километров, и потом до Флоренции еще 85 километров. Из Флоренции всегда есть возможность посетить Пизу, 90 километров, и завершается маршрут в Венеции, это 260 километров. Этот же маршрут, но с севера на юг, тоже на регулярных рейсах. Теперь ваш маршрут стартует из Венеции. Вы переезжаете во Флоренцию, 260 километров, там, естественно, есть возможность посетить Пизу. Далее на маршруте по пути в Рим Сиена. И из Рима вы посещаете Неаполь и Помпеи. И вот еще для примера маршруты без деталей. При расширенном классическом маршруте Неаполь и Помпеи уже могут входить в стоимость тура. Вот маршрут с юга на север. Неаполь-Помпеи, Рим-Ватикан, Флоренция-Сиена-Пиза уже за дополнительную плату, Венеция-Римни, вылет из Римни. Иногда смена направления с севера на юг позволяет предложить больше экскурсий. Например, прилетев в Римни, посетив Венецию, Флоренцию, Сиену-Пизу, Ватикан-Рим, вы вылетаете из Неаполя, и там есть время посетить не только Помпеи, но еще и остров Капри, например. Кольцевой маршрут. Программа начинается в одном пункте, вы следуете по маршруту и возвращаетесь в тот пункт, с которого начинали. Если это авиатур, то вы прилетаете и улетаете из одного и того же аэропорта. Сравнивая линейные и кольцевые туры при наличии одинаковых городов, на кольцевом маршруте будет больше километров, чем на линейном. Можно сказать, что будет немного лишних километров. Приведу для примера кольцевой классический маршрут. Вы прилетаете в Болонью или Римини. Дальше следуйте в Сан-Марино, в зависимости от аэропорта, это либо 136 километров, либо 21. Затем из Сан-Марино до Рима 313 километров. Из Рима, естественно, есть возможность посетить Неаполь, Помпеи, это 230 километров. Затем вы переезжаете в Сиену, 220 километров, Флоренцию, 85 километров. Из Флоренции посещаете Пизу при желании.
и завершается маршрут в Венеции. А вылет дальше происходит из Болонии и Римини, соответственно, такое расстояние от Венеции. Наконец, радиальный маршрут. Это базирование в одном месте и выезд на экскурсии с возвращением обратно в базовое место размещения. Готовых пакетных туров не то что мало, но по одному в предложениях туроператоров, а то и нет вообще. Вот пример. Вы всю неделю живете в Римини и выезжаете на экскурсии с возвратом в Римини. Очень важно географическое положение базового города, и Римини почти идеален, потому что равноудален от городов искусств и многих других интересных городков. Например, Рим-Ватикан 338 километров, но это самое дальнее расстояние, Венеция 260 километров, Флоренция 234, Милан 330, Сан-Марино 21 километр и очень интересный еще город Равенна 64 километра. Когда речь идет о пляжном отдыхе, то именно такой тип тура радиальный и характерен для тех, кто отдыхает на морских курортах. Они выезжают с курорта и возвращаются обратно в свою гостиницу. Вы обязательно должны себе представить ваш отдых и выбрать правильный тур. Выбор, слава богу, есть. Линейные кольцевые маршруты – это несколько смен отелей. Значит, несколько чек-инов и чек-аутов, то есть заселение, выселение из отеля, разбора и сбора чемодана. Радиальные маршруты – меньше суеты со сбором чемодана, но зато вы будете больше времени проводить в дороге. Мы рассмотрели классические туры по Италии и разобрались, какие существуют типы туров. Чтобы картина была более полная, отмечу, что есть еще более расширенные туры, когда классическая программа дополнена городами. Городами центральных областей страны – Тосканы и Урбино. Например, добавляются 1-2 города на маршруте – Ассизи, Лука, Орвьетто. Завершу обзор классических туров одноименным туром нашей компании – Грандтуром по Италии. Но вы можете встретить иное написание этого тура – Грандтур. Я воспользуюсь случаем и расскажу, почему наша компания называется Грандтур без «Д», и именно так я называю этот тур – небольшая лингвистическая справка. Начну с примера Гран-при, по-французски «большой приз». Вы видите, как пишется по-французски, а в связи с особенностями французского произношения «д» и «х» в конце данных слов не читаются. Поэтому и в русском языке мы знаем выражение «гран-при». Точно так же и с выражением «гран-тур». В итальянском языке вообще буква «д» потерялась, как и в русском. Но у нас почему-то принято обычно «гран-д-тур» писать, и хотя это и произносить неудобно, ну да ладно, это так, лирическое отступление. Вернусь к самому туру. Гран-тур по Италии – это идеальный классический тур для тех, кто хочет познакомиться с Италией практически наполовину. Это кольцевой маршрут, аэропорт прилета и вылета Римини. Тур включает города искусств плюс Ватикан, 5 экскурсий. Для 4 городов предусмотрено посещение. И маршрут подразумевает еще несколько дополнительных экскурсий. Естественно, все это за традиционную неделю посмотреть невозможно, поэтому продолжительность такого тура – 11 дней. Посетив этот тур, все города плюс дополнительные экскурсии, вы охватите практически пол Италии, в том числе посетите знаменитое озеро Гарда. И теперь я перейду к другой разновидности туров, которые можно рекомендовать уже тем, кто едет в Италию повторно. Это тематические туры по регионам. Продолжительность туров стандартная, 1 неделя. Я бы еще все эти туры назвала недоклассические или урезанная классика плюс, потому что во все туры входит 1 или 2, но не 3 города искусств. Есть туры без Рима, есть без Венеции, есть без Флоренции, а есть без Венеции и Флоренции, без Венеции и Рима. Эти туры позволяют ближе познакомиться с другими регионами Италии. Приведу несколько интересных маршрутов. С севером Италии можно познакомиться в туре «Золотое кольцо Италии». Я бы назвала «Северное золотое кольцо Италии». Здесь на маршруте Болонья, Венеция, Верона, Сирмиона, это как раз озеро Гарда, Милан, Турин, Генуя, Пиза, Флоренция, Сиена, Равенна, Сан-Марино, Болонья, возврат Болонья. В этом туре нет Рима и Ватикана. В противовес этому северному туру предлагаю обратить внимание на маршрут тура «Чудеса Италии». В этом туре нет Венеции и Флоренции. Неаполь, Помпеи, Матера, Бари, Альберабелла, Ланчано, Лоретто, Равенна, Урбино, Сан-Марино, Рим, Ватикан, Неаполь. Что я еще не охватила? Правильно, Альпы и острова. Итак, знакомство с итальянскими горами.
с итальянскими Альпами. Тур от Доломитов до Монблана плюс Пьемонт. 9 дней, он кольцевой, и, как многие автобусные туры, обычно не ограничивается одной страной. В данном случае самолет прилетает в Вену, и оттуда стартует маршрут. Поэтому сначала австрийский Вена-Баден, а потом уже Тричино ди Лаваредо, картина Дампеца, Бальцано, Риво дель Гардо. Здесь и озера есть, Лимоно суль Гардо, Сао, Сермионе, Турин, Альба, Асти, Аоста, Курмайор. На этом Италия заканчивается. И дальше швейцарский Люцерн и снова австрийский Зальцбург. С горами познакомились, остаются острова. Интересно тут по главным итальянским островам Сицилия и Сардиния. Это линейный маршрут, вы прилетаете в Катанию, улетаете из Рима. Здесь, естественно, основные города перечислены, где есть экскурсии, посещения их. И также предлагаются дополнительные экскурсии. Между островами переезд на паром. 14 дней, но в данном случае это автобусный тур, который предполагает отдых на Сицилии, там 6 дней, поэтому, конечно, 7 ночей. Поэтому, конечно, он может быть и поменьше, экскурсионная часть, но, тем не менее, это готовый, это организованный, готовый пакетный тур, поэтому слов из песни не выбросишь. Финальный тур, о котором я расскажу, это вся Сицилия и Южная Италия, это 14 дней экскурсионного маршрута. Это линейный маршрут, вы прилетаете в Палермо, на Сицилии и обратно улетаете из Рима. Я показала вам только по одному примеру. На самом деле существует огромное множество вариантов и маршрутов, которые отличаются между собой городами и организационными моментами. Но про это рассказывать нет смысла, это рутинная работа турагента. Существуют еще туры Италия плюс другие страны, но это совсем другая история. Спасибо за внимание.